Ви вже згадали дійсно про санкції, про ті дії, які зараз, якими зараз допомагає Захід, так, певні країни, певні лідери. Сьогодні якраз до Києва прибули балтійські лідери, і президент Польщі Анджей Дуда, бачили, як Борис Джонсон гуляв із нашим президентом центром міста. Давайте от по-простому, в кого із західних лідерів найміцніші яйця? Вы знаете, я думаю, что на Западе хватает лидеров, у кого, во-первых, они есть, а во-вторых, у кого они крепкие. Поэтому сам факт прибытия в Киев и Джонсона, и лидеров стран Балтии, президента Польши и руководителя ЕС, это, ну, говорит о том, что эти люди уже имеют стержень и яйца, о которых вы сказали. Главное, еще раз повторяю, две вещи, и нам надо сосредоточиться на них. Тяжелое наступательное вооружение и нефтяное эмбарго. Мы должны повторять их как заклинание каждый день, как молитву, каждый день, по несколько раз. И я думаю, что к этому Запад придет, потому что для Запада отступать тоже некуда. Запад понимает, Запад увидел уже этого зверя, его лицо, если можно назвать лицом, это харя, это звериное. Харя. Вот Запад ее увидел, и Запад понимает, что если сейчас не помочь Украине, эта харя окажется у него дома. А якби ось цю більш жорстку санкційну політику, так, що там до початку війни проводили західні лідери, чи можна було б запобігти якось застерегти тому, що зараз відбувається, чи війна все одно була неминуча? Є хороша поговорка: якщо б до габи, во рту б виросли гриби. Что уже толку говорить о том, что было бы? Конечно, надо было бы вести себя иначе многим, и Западу в частности. Но имеем то, что имеем, как говорил Леонид Макарович Кравчук, маємо те, що маємо. Хотілося б мати ще більше. І я певен, що будемо мати стільки, скільки потрібно.